Существует много разных праздников. Люди отмечают день поцелуев, мороженого и тому подобное. Вот и сегодня на просторах страны заявлен один очень интересный праздник. 12 июля в календаре дат значится как День фотографа. И это, скорее всего, не один из профессиональных праздников, потому как фотографируют сегодня практически каждый. Давайте узнаем, любят ли фотографировать видновчане и как они хранят свои фотореликвии. Часто ты делаешь фотографии? Нет, не часто. Не знаю, не нравится мне. Мы часто ездим, снимаем ваш город, Видное. Очень красивый город, чистый, порядочный, люди добрые. Я фотографии не делаю, естественно, но на интернет снимаю и смотрю, люблю любоваться. Ну, фотографии, когда с друзьями весело, например, время проводим, делаем для, чтобы для воспоминаний. Я вообще не фотографируюсь. Даже селфи? Нет. Памятуя прошлые года, когда еще был только обычный фотоаппарат, то, наверное, интереснее. Просто взял и листаешь. А здесь надо как-то собраться, влезть. И, в общем, наверное, лучше все-таки печатать. Я печатаю, у меня есть альбом, и фотографии сохраняем там. Электронный просто взял, перебросил с фотоаппарата, и все. Вот именно печатать я за. Чтобы печатать, чтобы воспоминания остались не там где-то на флешке, а именно в фотографиях, и чтобы оформить альбом, и были воспоминания. Ну, интересно, потом вспоминаешь, и как по молодости было дело, или молодые когда были. Интересно. Я все равно считаю, что нужно печатать, вкладывать фотографии, чтобы это оставалась какая-то память, потому что телефон и флешка – это все временно. Должны какие-то традиции сохранять. Фотография. Цифровой или печатный снимок? Неважно. Каждому дорог и тот, и другой. Но, конечно, намного больше эмоций вызывает не механическое кликание мышкой, а возможность перелистнуть страницу альбома с памятными фотографиями. Виктория Филатова, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.